Сразу после происшествия журналисты, приехавшие на место ЧП, в своих материалах и просто в соцсетях отмечали: спасти женщину помог случайный свидетель взрыва. Зовут его Иван Бердецкий. Как сообщает журналистка Мария Лебедева на сайте агентства «Униан», человек не просто был подготовлен. У него была и специальная сумка, и жгуты. Он вытаскивал раненых в перчатках, как положено, и, в отличие от полицейских, предлагал термоодеяло. О деталях произошедшего в своем посте на Фейсбуке рассказал и сам Иван Бердецкий, признался, что довелось оказывать первую помощь. Благо, располагал всеми необходимым и знал о методах спасения.